блядь, не зря Нечай говорит всегда, блядь, этим ублюдкам, блядь, сниматься нельзя, уже уничтожить людей, блядь! Здравствуйте всем, друзья, всем привет! Веселая мулая компания. Игорь, привет, поприветствую всех, как будто бы ты очень молодой. Ну, я и так молодой, что мне привет, то есть, как будто бы я и так всех приветствую. Твой танцуй, пока молодой, люби, ревнуй, пока молодой. Витя Блатов, понятно, все знают. Очень интересная история произошла мне вчера. Я сижу, думаю, чтобы все-таки такого снять, есть там пара идей и так далее, и мне просто в Инстаграм приходит: «Видос, тебе случайно не нужен кипер для челленджа? Ухожу в армию через 2 недели, и вообще нет вариков где-либо попрыгать. Заранее спасибо», — написал мне Влад Былинкин. Влад, а расскажи, как так? Тебе сколько лет? 19. Ты играл в футбик где-то? Да, я до 18 лет играл, выпустился и уже вот год не играю нигде. Так, а почему в армию идешь? Хочешь в армию? Или так? Я не хочу, так сложилось. Она сделает мужиков! Даже из такого, как ты! Здесь будет ссылочка на карту, чтобы мы мог купить военник, короче. Давайте все скинем, все купим его военник. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Первая часть. Вы можете ее промотать, если не хотите ее смотреть. Но я хочу просто познакомиться с Владом, немножечко побить ему поворотом, вообще узнать, как вообще, что происходит, вот что, как прыгают люди, которые через 2 недели... А куда ты в армию уходишь, кстати? Не знаю. Не знаешь? Нет. А хочешь, чтобы дедовщины было побольше? Не хочешь, да, дедовщины? Будет. Давайте сначала побьем немножко Владу, да, проверим, как вообще человек. Кстати, зато разомнем. Можно прерву? Я научился смеяться как-то. Уморили, уморили. Пиздуй ворота. 20 ударов, а сколько даешь голов нам? 20. 5 голов? Я чемпион мира в 20 ударов. Если 6 мы забиваем, то давай ползком до центра поля по мокрой траве. Договорились. Погнали? Все. Дай-ка! Обману, в те ворота пролью! Самые дауны собрались! Ё-моё! Батя будет решать. Батя, сейчас я позвоню своему бате, он поедет и все решит. Давай, Влад, что скажешь? Да слушай, там было 2 или 3 удара, которые ты реально мог, ну, должен был брать. Ну что, друзья, так как Влад через 2 недели будет отбывает, защищать родину нашу, вот, мы его немножечко подготовим. Давай, Влад. Голову ниже, сраку ниже, отстрелят ее к тебе, не матери, блядь. Ниже сраку, по земле. Хорошо ползет, реально. Да, хорошо ползет. Здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке. Оказывается, людям очень интересно, как долго другие люди, блогеры в том числе, могут продержаться без воздуха. В общем, друзья, мы сегодня постараемся забить как можно больше голов без воздуха. Для этого мы используем скотч, заклеим рот и нос. Ты любишь делать деньги, я люблю делать их быстро. Ты пишешь в аблетоне, хоть его все ненавидят. Быстрее бей, дурачок! Тащи! Да. Держи! Молоди! Готов? Набирай воздух. И не отрывай, закинь ее просто. Набирай воздух. Ты ему нос сплющил, ты, блядь. Ты ему нос сплющил, глаза закрыл.
Давай! Блять, пидораж, ебать ты обмотал. Да подожди, еще носом сейчас наберешь. О, дай мне, пожалуйста. Аккуратно, замотай. Все, готов, набирай. Up the racks, fuck up the mess, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster, I am the entity, I am the haunter. Гол! Сван, куда? Сван! Замечо, блядь! Быстрей! Воду! Еще давай, последний удар! Последний, чувство, хватит! Да не, держится еще! Все, 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 все! Да, блядь! Я так классный воздух, так вкусный, я тоже так почувствовал, если честно, очень вкусный воздух был. Блядь, не зря не чай говорит всегда, блядь, с этими ублюдком, блядь, сниматься нельзя, уже уничтожит людей, блядь! Он же уничтожит людей, блядь! Это наш канал, если вы подписчики не подпишетесь, не поставите лайки, блядь, приеду каждому домой. Давай, второй круг, давай, давай. Два, чтобы потолки не пришел, два твоя, да, блядь. Это полная жесть. У меня так замотал. Готов? Готов? Я кому 3 положишь, ты не проебешь. А все? Есть? А какую камеру ты делаешь? А Игорь не снимай. Ты куда ее снимай? Вот так, сука, 5000 зарабатывается, ребятки. Видели-ка? На грани жизни и смерти, блядь, мои-то воды. Fuck up the racks, fuck up the mess, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster, I am the entity, I am the haunter. Сегодня мы достигли уже пика. Или нет? А что, блядь, пик будет? Я не знаю, что ты, блядь. Когда я умру, ты все-таки ждешь, наверное, моей смерти, я понял. А вратарь Влад, его инстаграм мы оставим в описании. Пока пишите он будет в армии, ему, будет очень много контента, так что смотрите за ним. Нет, пока он будет в армии, он будет тренироваться, да. И через год придет и докажет, что он может натащить гораздо больше. Но самое главное, в армии он может идти с чистой совестью. Ползает он великолепно. Витя Блатов, Игорь Гамула. Я 3000 метров тест Купера бегал в молодости, у меня так сердце не билось, как сейчас. Спасибо вам, увидимся совсем скоро. У нас будет очень разнообразный контент, я обещаю. Придумал 83 идеи, все их будем воплощать. Веселый Гамула и компания, Федь Маслов. Пока-пока-пока-пока.